3-2-1-2-1 Джио 2-0-1-5 Граби, можем начинать. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте 21 века. Ведь мы все как и тогда, так и теперь, с собой по-прежнему жертвуем. Да, кто бы знал, что лучшие минуты начинаются именно так. Если бы не опубликованный пост, наищу тебя полос. Админ анон, плиз, парень, студент, без ВП. Познакомлюсь для общения с девушкой от 18 лет. А там же как пойдет дело, это и бы вовсе не случилась трагедия. С первого случайного взгляда на имя и фотографию. Вот уже в сердце искорки пробежали от переписки с намеками с еще мало знакомой той дамой. Надеюсь, мне она не соврет, о, это великая любовь. Бабочки в животе, Ромео приготовили крылья к полету, но все было дальше у них. Прогулки под луной и на радости горе подарки. Друг друга без лишних слов поднимали самым теплым обниманием. Пускали перед собой расстояние до поры, когда им приходилось встречаться вновь. Ни у кого в голове не было даже намека, что прекрасные во всех смыслах отношения могут закончиться скоро.